День из жизни. 18 февраля 2014 года. 6 часов утра. Facebook. Сейчас около 6:30 утра. И в честь достижения 1 миллиона друзей на Фейсбуке, я подумал, что смогу снять видео об одном дне из моей жизни. Это обычный вторник. Я в каждой сцене, мы будем стрелять сегодня. И я думаю, это будет весело. Еще очень рано. Кружка Луиса с фотографией собаки. Итак, это мой трейлер. У меня есть эти странные гири, просто куча гири разных масс. У меня есть рабочий стол. У меня есть другой стол с пультами, дезодорантом и секретной коробкой. Это дубинка. Это наш сценарий. Фотография ребенка. Это довольно радостно. Это произведение искусства, которое мне подарили фанаты в Далласе. Очень круто. Переносная сумка для памперсов, бесстыдный план от сайта чистый.ком. Дэвид Неттер, режиссер первой нашей пилотной серии, подарил нам кофемашину, когда мы приступили к сезону 3, и я украл этот знак. А это был подарок для нашего научного эпизода. Там отсвечивает... но вы знаете, что там написано? Стрела. Итак, мы между съемками битвы, мне нужно оставаться разогретым. Там стоит наш режиссер. Зацените это! Это мой тренажер. Это Кертис и Эндрю, помощники. Это Гордон, он не хочет стоять на пути. Это симулятор, и вот как он работает. Ты поднимаешь подбородок над перекладиной, когда подтягиваешься, и потом... Это по-настоящему. Перестаньте спрашивать об этом. Режиссер делает сейчас этот трюк, когда солнечный и одновременно идет дождь. Итак, если кто-то хочет знать, что я больше всего люблю делать между съемками, это, возможно, оно. Прямо здесь. Я люблю сидеть в своем трейлере в тишине. Готов поклясться, что если мы будем записывать это видео более 90 секунд, то кто-нибудь постучится в дверь. Тебе нравится сниматься? Да. Потому что мы снимаемся в павильоне? Мне нравится сниматься в павильоне, потому что мы внутри. Точно. Что значит, что нам не приходится мерзнуть. Верно. У нас не льет дождь, не падает снег. Тебе нравится твой костюм? Какой? Этот? О, нет, нет, твой съемочный костюм. Мой. Канарейки. Он сидит на мне очень круто, когда я его одеваю. Иногда в нем немного неудобно, но он классный. Функциональный? Он достаточно хорошо показывает твои... Особенности тела? Я хотел сказать, твои навыки по стрельбе из лука. Да, конечно, он очень подходит для виртуальных драк. Это замечательно. Хорошо, ты свободна. Я говорил тебе о съемках видео для Ютуба «День из жизни». Просто скажи мне, какая часть из работы со мной самая лучшая? Какая часть работы с тобой самая лучшая? Я вообще хотел поговорить не об этом. Но серьезно, какая часть лучшая? Лучшая часть из работы с тобой — это сколько всего ты даешь коллегам. Типа, когда я покупаю лучшие обеды, ты меня купил. Кэм, что? Почему мы говорим шепотом? Потому что у нас идут съемки. Я знаю. Я знаю, что ты знаешь. Что в коробке? Что в коробке? Что в коробке, Дэвид? Что в коробке? Что в коробке?
Теперь в Ванкувере у нас, скорее всего, будет красивый закат. Кто у тебя любимая женщина, супергерой? Чудо-женщина. Канарейка. Ладно, YouTube, на этом достаточно. Сейчас около 9 вечера. Много времени прошло сначала. Спасибо всем. Это было, грубо говоря, без перерыва на суши и одной моей третьей фильмы 7. Один день из жизни. Озвучено студией Silent Films, перевел Макс Бояринцев.